Утро, 31 августа 2017 года, четверг. Завтракаем в 7 часов. Вот я прихожу из Скворечника. Что тут? Никита Андреевич картошку режет. Ты постепенно ему все передавай. Меняйте. На следующей неделе, с понедельника, значит, Никита все ведет здесь на кухне, а ты помощник. А ты ему покажи, где мордушки. Посмотрите, какая разница. Что это у вас тут? Рыбу поймали? Это Пупков Сергей поймал. Карпа. Карпа. Ну сколько он? 30 сантиметров. Ну вот так вот, если я сделаю, да. Как быстро он растет. Ну видишь, он не может быть на зиму. О! О, моя паля бегает. Палевая. Палевый цвет. Паля. Вот она какая. Красавица какая подрастает, а? Ну ты чё, рыжая? Ну теперь я палю покормлю. Подхожу сюда. Так. Беру гальяна. Это уже так. Сейчас, так, сейчас. Паля, где моя паля? Ну-ка иди сюда, паля. Сейчас. Дай-ка. Паля. Вот она где. Так, рыжая нельзя. Отойди. Отойди в сторонку. Сильно любят рыбу. Вот она, паля начинает. Гальян большой. Почищенный. Она уже как мой голос услышит, так бежит. А когда звонок ударит, кошки бегут. Надо как-то снизу так крепко держи. Присесть, чтобы ее было видно. А вот теперь смотри, я попытаюсь взять у ней. Гляди. А, она мне отдает. Хвост отгрызла. Держи. Пушистая. Паля. Да хорошенькая растет. Она уже больше 20 сантиметров. Да это я меряю тебя, меряю, не бойся. А, зверь. Вот я давал неправильно, там надо сторонку куда-то, вот сюда вот, держи. Давай, вот тут конофляги. Ешь. Еще два, тут 30 сантиметров с хвостом будет. Ну ладно, что ты такая капризная. Паля, она чтоб их знала эту кличку свою, паля. А? Значит, что? Многократно просыпался, боялся еще проспать. 3 часа с чем-то я встал уже за компьютером. Не могу дождаться, когда выйдет Никита. Что-то сегодня у вас, смотри, Володя. Че? Какая-то закрытка. Вот отсюда, подойди со стороны, вот от меня. И погляди. С улицы свободно видно, что вы здесь делаете. Вот это я категорически против. Все должно быть закрыто, чтобы комар носа вверх не посунул. Что-то новое. Менеджера нету. Где мне, там я могу замки снимать. Войти не могу. Уж я крутился и на первую страницу. Боюсь всегда ткнуться. Менять. Можно менять там эту. Ну вот давай я ее менять. И наконец вышел. Думаю, Никиту позову утром. Нет, не пришлось. Вдруг оно все показалось, вернуло как бы на старое, а чего, не знаю, это затащилось. Так много времени потратил на это, пока вывел. Тебя ждал. Что у вас сегодня намечено? Работа, да. Работа какая? Пока не знаю, какая. Соли как можно меньше бери, можно меньше. Прям совсем мало почти. Ты куда такую страсть почерпнул? Везде лежат помидоры, это нам дают, своих-то мало. Каждый день кто-то нам арбузы подсовывает. Так, если с понедельника погода будет хорошая, то примемся за картошку, я говорил. Романа предупредите, чтобы он знал. Тут еще сегодня четверг, пятница. Вот 2 дня у вас. А суббота, воскресенье это наши. Уже никуда не идем. Своими делами занимаемся в субботу. Ну, воскресенье это уже и так понятно. Вот все у нас для пали сделано. Вот.
земля находится, да, отдельно поесть. И сковорода. Вот сюда молочко наливает. А ну-ка присни маленько. А, нет, сейчас она доедает там. Как поела в сковороде вот молоко, так доской закрываем от кошки, от матери. А тут вода в одной, а в другой там кошки самой. Чтобы она залазила, для нее журналы подложены. Оправляется, ни разу на пол не оправилась. Чисто. Где у нас огурцы? Люблю огурцы, натираю огурца по три. Ну, иногда другим даю. Вот так. По одной чашке, вот этой кашки-то, я буду брать отсюда. Холодильник у меня там не работает. Совсем не работает. Ну, непонятно почему. Вот так. А еще раньше не это... Рыбу-то раньше ты ее не растаяла? Почему растаяла? Растаяла, что-то плохо режется. Вот и пальцы тут удобно соскользнуть ножу и порезать. Ну вот кто к нам собирается там с Украины, Сергей Игнатов тут собиралась, Екатерина Тинникова. Ну не знаем, кто, что, насколько. Дело покажет, насколько серьезно их намерения приедут. А что тут сразу за работу? Тут ходить не зря не дадут. Вот гляжу здесь, что у них есть. Никита здесь спит? Да. Перешел сюда. Вот и все. А ну-ка, где у них тут? О, вот оно. Сколько у них? Раз, два, три, четыре, пять, шесть тумбочек. Семь, восемь, девять. Тут Библия лежит. Ну, это все на 12 человек. Женский персонал. Шторки все закрыто, плотно. Как надо, установлено. Вот так. Лето прошло прекрасно. Это благодарение Господа Бога. Господь нас привел сюда. Видите, как залазить, чтобы удобно было. Стоячки прибитые. Вот так. Ну, все говорят, что здесь лучше, чем там было. Ну, и рядом тут дорогу перешел, только и все. Роспотребнадзор даванул нас. И мы с трудом переходим на новый вариант. В новый формат. А вот они нам помогли. О, палец еще сидит, есть. Пушистая такая. Ну давай ешь, паля, ешь. О, ушки как на макушке. Ну давай, ешь давай. Вот так. Хорошо. Нельзя, рыжая. Уходи отсюда. Еще вплотную подошла. Мать. Спокойная такая. Ешь. Все везде в кастрюлях, в ведрах. То есть это свиньи несут. Устинов. Ну все распределено четко и... Фляга отпачивает, стоит тут на резиновую. Это РТИ давал Хромов, директор. Очень добрый человек. Потом встретились мы с ним еще. Я старался всех одарить книгами. Ну, что больше-то ничего и нет у нас. Здесь на холодильнике лежит Новый Завет. Сегодня она спрашивает, есть или нет в аудио Новый Завет с толкованием. Нету у нас его. А зачем? У нас полностью Библия насчитана в аудио, а остальное в видео. Дров-то хватает. Да, полно.
Павлов, так вот эту мелочь-то как раз сжигать. Ну, если... Срезки, когда заостряли сваи. Видишь, удобно как кидать у вас тут. Вот задвижка тут всего, Павлов. Она быстро подсохнет. Да они высохли, наверное. Они уже высохли, да. Они просто... Пожалуйста. Так что у нас ничего не пропадает. Интересно, в эту в сенки только заходишь. Тепло-тепло по сравнению с улицей. Ну да, так и есть. Прям заметно все там. Надо посмотреть еще, может где-то даже и подмазать. Ну и хорошо, ладно. Паля. Вот такая наша кухня. Шкафчики тут. Под шкафчиками для посуды. Кружечки, ложечки стоят, баночки. Отдельно тут соль. Еще тут сахар, масло растительное. Ну-ка. Вот, вот. Сода для мытья, я видимо, это все для мытья отдельно тут что-то. Не пойму, а что здесь за материя какая-то? Вот это еще тут плотно. А, вот что, полотенца разные. Вот так. Холодильники. Какие-то поводы, видно, сходил. Ну-ка. Кошка подошла и взяла. Голова, видимо, не смогла съесть. Это мать ее. Какое чудо, кошка. Так, на голубятне, там на потолке там у меня голубятня. Так, осторожно. Паля сидит внизу. Вот, все. Колодец в сентябре почистим. Вода уходит в самый низкий уровень будет здесь. И тогда вода будет здесь рядом брать. Не надо будет сделать плотно крышку, чтобы туда сор не сыпался. А вот-вот, маленькое можно будет. Не забыть никак почистить. Нет никакой нужды туда будет ходить. Хотя, кто его знает, какая вода по вкусу будет. Ее выкачивать надо. Ну все. Это мы в столовой одни. 31 декабря, это декабря, августа, 17-го, четверг, вот, не постный день. Что у нас? Рыба трех сортов. Это вот карп вареный, селедка вареная, по кусочку сердца, и гальян с яйцами. Вот видите, три. Вот Никита тут обедает. Суп из чего? Еще с картошки. Лапша. 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 Это у меня вода. Чай как? Ну, с травами, с молоком. Володина, родил молоко, да? Угу. Молоко, а тут еще сделал сухари. И из четырех компонентов у нас помидоры. Помидоры, мелко нарезанный лук. Помидоры резать только поперек, снизу, чтобы сок весь выйти. Растительное масло и соль, 4. Вот все здесь. Ну и свой хлеб показать можно. Вот он, свой хлеб сами пекут. Говорят, заморили людей здесь. Ну, как заморили? Вот Паля пришла. Я ей всех, все сорта рыбы тут давал. С яйцами ест, сидит. Это тоже кое-что бывает получит. Тут рыжая. Ну, я сверху их снимаю. Простой обед. Ну, а тут чай с пряниками. Нет, с печеньем.
Вот оно печенье какое. Сколько можно кусок ребят? Большой и маленький. Угу. Никита потащил свой пай. Ну и у нас тут всегда чеснок с собой. Чеснок. Ты взял его, нет? Угу. Угу. Нет. Зубчику. Это нам Серафима тут дает, и свой еще есть. Вот это лежит его. Такой простой, незатейливый, ну, очень калорийный. Ребята идут на тяжелую работу с бетоном, бетономешалка. Дрова колят тут. Вот отдельно сливки. Молоко. Все цельное. Никакое не порошковое. Вот. Пожалуйста, горячий чай. Каша рисовая. А я думаю, что за слово цельное? Суп. Готовит Володя, а следующей неделе Никита. Я не готовлю. Это стоит рояль. Не рояль, пианино. Но на пианино тут застелена посуда. Видите, как все просто. Разъехались все. Мы остались одни трое. Ну, еще, может, кто-то приедет. Ожидаем. Как нынче поедем, не знаем. Виктор машину разобрал. Деталей каких-то не было. И так в разобранном виде и стоит. Все, вот наша утренняя трапеза. Большие баки, тут все хранится. Съедобное.